Миронов Александр Ильич, герой Советского Союза. Дата рождения 7 сентября 1921 года. Место рождения село Хрущево, ныне Ленинского района Тульской области. До войны работал токарем-инструктором на Тульском оружейном заводе. На службу в армию призван в 1940 году. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 года. Воевал на Воронежском, Калининском, Первом Прибалтийском фронтах, Третьем Белорусском и Ленинградском фронтах. Участвовал в Воронежско-Косторненской, Харьковской, Духовщинско-Демидовской, Невельско-Городокской операциях, в наступательных боях на Витебско-Полоцком направлении, Городокской, Витебской, Витебско-Оршанской, Полоцкой, Шауляйской, Рижской и Мемельской операциях, блокировании курляндской группировки противника, Восточно-Прусской, Кёнигсбергской и Земландской операциях. После войны продолжил службу. С 1973 года полковник в запасе. Жил в военном городке Павшино, города Красногорска, Московской области. Работал в конструкторском бюро завода. Умер 15 декабря 2009 года. Похоронен на Пенякском кладбище Красногорска, Московской области. Почетный гражданин Красногорского района. В селе Хрущево имя героя носит школа, ныне Центр образования номер 55. Информация о подвиге. С 11 января 1943 года по 21 сентября 1944 года совершил 97 боевых вылетов. Из них 89 произвел ведущим групп Илов от 4 до 12 самолетов. Штурмовыми ударами уничтожил и повредил до 10 танков, 150 автомашин, до 60 повозок, 20 орудий, взорвал 4 эшелона, 5 складов с боеприпасами и горючим, создал 20 очагов пожара, подавил огонь до 20 огневых точек, взорвал до 300 метров железного полотна, уничтожил до 300 солдат и офицеров. Награды. Орден Ленина, 3 ордена Красного Знамени, Орден Александра Невского, 2 ордена Отечественной войны 1-й степени, Орден Красной Звезды, медали, в том числе за боевые заслуги.